Несмотря на травмы, полученные после жестокого избиения неизвестными, Рустем доказал всем, что нет ничего невозможного. Он старается вести активный образ жизни и занимается спортом. В 2011 году при проведении операции у него случился инсульт, но и это не остановило молодого человека. После длительного восстановления в 2014 году Рустем впервые принял участие во всероссийском чемпионате и занял 6-е место. В пятницу 6 мая в Ижевске он вновь защищает честь республики на чемпионате России. Участие в состязании под звучным названием «На пути к Рио» принимают 47 спортсменов из 9 субъектов страны. Приветствовать участников прибыл и чемпион мира паралимпиец Алексей Обыденов. Я думаю, это у любого спортсмена, у которого есть семья и который большую часть своей жизни вынужден отдавать спорту, у него, естественно, мечта побольше времени, когда закончит карьеру, проводить вместе со своими близкими, с родными, с семьей, побольше отдыхать.